30 августа в Одинцовском роддоме родился настоящий богатырь. Рост 59 сантиметров, вес более 4 килограмм. Но это еще не все особенности малыша. По счастливой случайности Андрей Бойко стал 2000-м ребенком, который появился на свет с начала этого года. Нам здесь очень-очень нравится, здесь все хорошо, нас приняли хорошо, вот родились. Чувствуем себя прекрасно. Надеюсь, так же будет и дальше. В среднем сутки рождается где-то 10-12 малышей в Одинцовском родильном доме. Условия существуют, они все хорошие условия. Но есть и повышенные комфортности. Максимальные палаты – это четырехместные. Также есть трех-, двух- и одноместные палаты. Благодаря инициативе Ольги Мисюкевич и Нины Гинтовой появилась акция «Поощрять тысячные роды». В этот раз сертификат от банка МКБ составил 75 тысяч рублей. И эта сумма будет расти. Принять участие в акции могут только жители муниципалитета. Материнство – это самое дорогое у женщины. Женщина и внешняя, и внутренняя сразу меняется. Поэтому дай Бог доброго здоровья вам и вашей всей семье, и малышу в том числе. Мы начали с премирования рождения тысячного ребенка. Это было 50 тысяч рублей. Сегодня мы вручили сертификат на 75 тысяч рублей. Это 2000-е роды. Дальше мы будем стремиться закрыть год 3000-ми, и, наверное, он получит 100 тысяч рублей. Алена Бойко уже точно знает, как будет потрачен сертификат. Одежда, питание, памперсы, игрушки. Вся сумма уйдет на малыша. У нас, в принципе, все есть. Я думаю, что нам через месяц, через два все равно что-то понадобится. Также и вещи, и питание, и все. Естественно, только на него. Все только для него. Скажи, я же, да? Я тут главный приз получаю. Кстати, Андрей – второй ребенок в семье. Старший брат Егор пошел во второй класс и с нетерпением ждет, когда маму и братика выпишут из роддома. Алена призналась, что останавливаться с мужем они не станут. Молодые родители мечтают о дочурке. Так что у них есть все шансы снова стать счастливыми обладателями сертификата от банка МКБ. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».